«Слушайте доктора». Добрый день, это программа «Слушайте доктора», у микрофона Вера Власова. В это воскресенье, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы против рака. В связи с этим февраль объявлен месяцем борьбы с онкологическими заболеваниями. Именно поэтому сегодня в нашей студии Игорь Набатов, главный врач Кировского областного клинического онкологического диспансера, и Екатерина Федяшина, студентка педиатрического факультета Кировского государственного медицинского университета, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Кировской области. Здравствуйте, уважаемые гости! Добрый день. Добрый день. Итак, начать беседу я предлагаю с обозначения основных способов профилактики онкологических заболеваний. Игорь Федорович, вам слово. Не случайно огромное внимание уделяется проблеме онкозаболеваемости. Вот, и, конечно, месяц – это мало. Угу. Заниматься нужно и весь год, и каждый день. Поэтому, но основные мероприятия, которые запланированы на этот месяц, могу перечислить. Да, будьте любезны. 3 февраля, суббота, будет день открытых дверей в онкологическом диспансере. Угу. Значит, будет консультативный прием организован врача-маммолога и врача-онколога. Онколог будет смотреть новообразование кожи. Как можно туда попасть? Это будет в актовом зале с 8 до часа. Угу. И любой желающий может прийти? Да, любой части. Желающий. Вот про, ну, как дополнительные приемы организованы. Угу. Пациентам будет рассказано о факторах риска, о развитии заболеваний. Даны рекомендации по образу жизни. Вот. Поэтому всех приглашаем. 9 февраля проводим школу пациента по урологическим проблемам и путям их решения. Это с 2 часов. Также у нас в конференц-зале в онкодиспансере. Значит, наш врач-специалист также проконсультирует, расскажет. Даст рекомендации. Никакой предварительной записи на эти мероприятия не требуется? Нет, здесь не нужно. Угу. Это вот как раз о чем мы и говорим, что специализированное учреждение и по порядкам маршрутизации к нам должны направлять поликлиники с места жительства, угу, уже пациентов с подозрением на нехороший диагноз, то вот как раз тут мы двери открываем для всех желающих. Вот. И чтобы граждане проводили самоконтроль. Да, если есть подозрение, ну, лучше прийти. Лучше прийти, провериться. Что еще будет? Значит, 14 февраля будет выставка. Выставка будет «Мир медицины», и в ее рамках будем проводить мы обучающие семинары. Она будет проводиться в выставочный зал музея Васнецовых, Карла Липкнехта, 71. Вот, 3 дня. А что будет представлено на выставке? Значит, там будет представлено все здравоохранение Кировской области. Вот, и один из стендов, угу, это будет онкологического диспансера. Там также мы будем консультировать пациентов. Вот. А семинары, вы говорили, что еще в рамках этого проводится? Значит, в рамках этой выставки мастер-класс по обследованию молочных желез, угу, предупреждение развития онкологических заболеваний. То есть программа обширна, с 10 утра, 14, 15, 16 числа. Угу. Вот. Но не ограничиваемся под пациентами. Проводим также и для медицинских работников, обучающие семинары. Вот буквально позавчера проведена была под эгидой Министерства здравоохранения научно-практическая конференция совместная врачей-рентгенологов и врачей-онкологов. То есть вопросы организации этих служб на 2018 год. Дальше образовательную видеоконференцию будем проводить для врачей, фельдшеров, смотровых кабинетов, кабинетов медпрофилактики, центров здоровья, для врачей общей практики. Здесь это клиника и ранняя диагностика, новообразование визуальных локализаций
И также скрининг рака молочной железы. Это мы проводим в медицинском информационно-аналитическом центре. Адрес Герцена 49 в актовом зале. Это будет у нас время определено дополнительно, вот, ну, середина февраля. И 15 февраля также проводим для медицинских сестер научно-практическую конференцию по профилактике онкологических заболеваний. Вот это тоже в онкодиспансере. Ну и наша акция, уже ставшая традиционной, онкопост, она на этот год тоже будет продолжена. Вот 17 февраля, Куменский район. Вот. В течение года еще 6 районов. Вот. С Кумен решили начать, да, в этом году? Да. Игорь Федорович, где можно посмотреть весь список мероприятий по февралю? Весь список мероприятий на сайте Министерства, да, здравоохранения? Да, сайт онкодиспансера. Вот. Так что заходите, уважаемые слушатели, интересуйтесь, посещайте. Да, вы затронули очень важный вопрос, который мы с вами начали обсуждать еще до эфира, о том, что очень большую важность, на самом деле, как многие знают, имеет именно первичная диагностика, которая проводится в поликлиниках. Да, мы с вами об этом говорили. В связи с этим очень важно, я согласна, что вы подключаете, обучаете медицинский персонал именно выявлять, да, проводить диагностику и, соответственно, направлять на последующее изучение, да, ситуации именно вот на ранних стадиях. Поясните, пожалуйста, в течение года проводятся ли еще дополнительно какие-то мероприятия? То есть не только один месяц. Потому что здесь, мне кажется, очень важно на это обращать внимание. Нет, конечно, это я рассказал, что в течение февраля. Да, но это в связи с месяцем. Да, а так, одной из функций онкологического диспансера является это консультативно-методическая помощь медицинским организациям в плане организации работы онкологической службы. Вот. Ну, еще у нас есть функция контрольная. Вот. Проверять, как организована работа данных служб. И, конечно, конференции обучения проводим в течение года. У нас за каждой больницей закреплен куратор, который врач, работающий в онкологическом диспансере, который проводит контрольное мероприятие, проверку медицинской документации, консультирует, то есть его телефон дан в конкретную больницу, они звонят, то есть знают, что вот этот человек за них отвечает. По любым вопросам можно обращаться. Также телемедицинские консультации. Новые технологии подключаете уже? Да, конечно. Это вот с нами могут проконсультироваться районные больницы, больницы города Кирова. Но мы и сами, у нас заключен договор с Федеральным центром, научно-исследовательским институтом имени Блохина, который является, ну, головным учреждением, ну, выше его нету. Вот, заключен договор тоже на телемедицинские консультации. То есть вы непосредственно уже с ними консультируетесь? Да, да, консультируемся с ними. И вот, продолжая эту тему, вот, обучение персонала, значит, мы к себе приглашаем ведущие клиники, ведущих специалистов по проведению мастер-классов, проведению операций. Вот, на февраль запланирован приезд профессоров, докторов наук из Нижнего Новгорода, Приволжский окружной медицинский центр. А специалисты из Нижнего Новгорода чему будут учить вас? Проводить новые оперативные методики проведения эндоскопических операций. У нас закуплено оборудование новое. Вот. Сейчас обучаем специалистов. Но вот за прошлый год можно сказать, что оказание высокотехнологичной медицинской помощи
Если соответствовали на начало года только 2 отделения, то к концу года уже 6. И количество видов операций, если на начало года всего мы 9 могли, чтобы подходить под эти критерии, mm-hmm. к концу года уже 42. И на 18 год плюсом еще 17 сейчас заявили, то есть 59 уже видов операций мы можем делать. То есть пациентов не нужно направлять в федеральные центры. Соответствует квалификация специалистов, соответствует оборудование, соответствуют методики, которые лечим. Уровне. Ну вот по этим видам, да. Угу. Вот. Конечно, есть над чем работать еще. И мы признаем, что у нас много предстоит сделать. Мне кажется, вот именно в вашей сфере это предел настолько недостижим, что постоянно есть необходимость учиться новому, постоянно развиваться. Это естественный процесс эволюционный. Правда же? Ну, конечно. Угу. Давайте вернемся к профилактике онкологических заболеваний. Ваши рекомендации, как действовать, как вести себя, как жить, чтобы как можно уменьшить риск возникновения онкологических заболеваний? Вот самым важным провоцирующим фактором возникновения рака легкого все-таки курение mm-hmm. является. Вот как вот еще агитировать? Вот на пачках даже все написано. Вот. Но вот как? Бросай курить. Зависимость и результат, он не сразу же возникает. То есть очень, очень долгое время проходит. А потом поздно. Ну, конечно, с детского возраста нужно нам повышать. Именно грамотность. Наверное, да, вот это, да, как она называется, санитарную грамотность угу. населения. Формировать здоровый образ жизни. Он что подразумевает? Правильное питание, рациональное. Соблюдение режима дня. Двигательная активность. Ну, вот исключение вредных привычек. То есть это вещи, которые, вот спроси, знает любой. Угу. Вот. Я предлагаю еще Екатерине подключиться да. к этой нашей с вами беседе по поводу профилактики. Вы сейчас учитесь, да? Какие-то, может быть, новые знания вам дают именно с целью предотвращения роста заболеваемости? Что это должно быть? Я думаю, что это самая настоящая как раз пропаганда здорового образа жизни, с которой мы как раз и выходим как волонтеры-медики, mm-hmm. выходим в школы, начиная то есть с самых садиков, со школ. Мне кажется, с самого раннего возраста как раз нужно это профилактировать, потому что взрослому сложнее все равно это уже объяснить, все равно это где-то начинает формироваться в школе, в семье. И вот с этих как раз пор как раз и нужно это все и увеличивать. У меня в связи с этим вопрос. Безусловно, очень важно проводить работу в школе, я согласна с этим. Скажите, может быть, какие-то появляются новые формы взаимодействия именно с молодежью, со школьниками? То есть не просто лекции, да? Я, к сожалению, не знаю, как вы сейчас это проводите, но сейчас же у ребят очень сложно завладеть их вниманием, очень сложно завладеть их доверием. Как вы с этим боретесь? Как вы завоевываете ребят? Я думаю, здесь очень важен принцип «равный равному», когда uh-huh. к ним приходит не какой-то взрослый человек, да, то есть мы приходим, мы их почти их ровесники, и мы внедряем активно такой новый способ, это квесты. То есть, чтобы вот. В активной, угу. очень интерактивной форме показывать что-то, рассказывать, чтобы это была какая-то, грубо говоря, не какая-то сухая лекция, а чтобы на практике они это отрабатывали, им интересно, то есть, может, даже какой-то дух соперничества где-то там в игровой форме. Им интереснее и запоминается больше, да. интереса намного больше. Расскажите, как нравится. Это проходит? Например, выбираем какую-то определенную тему, допустим, профилактика инсульта. Мы разрабатываем станции. На каждой станции, допустим, здесь они учатся мерить давление, здесь mm-hmm. они учатся там первые признаки показывать на себе именно. Mm-hmm. То есть и получают какие-то очки за это, и какая-то команда, допустим, выигрывает. Вот, так, примерно в такой форме. Замечательно. Про профилактику есть ли еще что-то добавить, Игорь Федорович? Я предлагаю перейти дальше, потому что
с Екатериной мы до сих пор продолжаем еще разговор. Екатерина является особенным гостем у нас, потому что помимо того, что это волонтер, это студент, Екатерина выиграла грант недавно на развитие очень важного проекта. Екатерина, скажите, пожалуйста, об этом. Да, совсем недавно я выиграла грант Росмолодежи в размере 300 тысяч на проект «Жить». Это проект, который посвящен детской онкологии. То есть его главная цель – это изменение стереотипного отношения к диагнозу рак жителей Кировской области. Проект разделен на три основных направления. Первое направление – это проведение ряда мероприятий, направленных на увеличение онконастороженности. Это, например, разработка и выпуск санбюллетеней по различным видам детской онкологии. Это съемка видеороликов с участием тех, кто уже пережил такое страшное заболевание, сейчас находится в длительной ремиссии. Второе направление – это создание информационного онкологического портала, где тоже будет различный информационный блог по различным видам онкологических заболеваний, вебинары выложены с практикующими врачами, ответы на самые популярные вопросы. И третье направление – это освещение реализации проекта в средствах массовой информации. Это все Кировская область будет задействована. Скажите, в других регионах есть ли что-то подобное? Я думаю, что где-то, наверное, и есть, но, если честно, вот в Приволжском федеральном округе такого проекта, о таком проекте я не слышала, посвященном именно детской онкологии. Да, все это будет реализовано в этом году, в 2018. Да, до конца этого года. Вы упомянули о снятии видеоролика с людьми, которые пережили онкологическое заболевание. Расскажите, пожалуйста, вашу историю, потому что я знаю, что вы как раз из таких людей. Да, когда мне было 5 месяцев, у меня обнаружили опухоль надпочечники. Тогда в Республике Морелос, с которой я сама родом, сказали, что ничего уже сделать нельзя, потому что были метастазы. И семья продолжила бороться. Как раз с центром НИИ Блохина мы активно взаимодействовали, нас отправили туда на консультацию. И вот, как видите, я живу сейчас перед вами, учусь в медицинском университете, и хочу сама помогать, рассказывать всем о своем примере, что рак — это не приговор, что если выявить вовремя и лечение правильное, нужное, своевременное, то может быть все хорошо. Поэтому хочу своим примером и примером своих друзей, которых огромное множество, рассказывать, что просто нужно иногда обратить внимание вовремя, обратиться за помощью, тогда все будет хорошо. Да, ну я вам говорила, что у меня вызвало большое удивление, что люди могут бояться говорить об этом диагнозе, бояться говорить о том, что, через что они прошли. По-моему, это огромный героизм. Вот, и в связи с этим расскажите, пожалуйста, вот именно с чем вам приходилось сталкиваться. Почему люди не хотят об этом говорить? Вы совершенно правы. У меня есть знакомые, которые не хотят, чтобы кто-то знал об их диагнозе вообще, когда кто-то об этом узнавал. Наверное, потому что кто-то считает, что какое-то своеобразное клеймо может оставить то, что у тебя был такой диагноз. То есть, когда я начинала об этом рассказывать, были такие ситуации, когда мне говорили, что ты врешь, такого не бывает, рак неизлечим, то есть такого не может быть. Приходилось и карточки показывать, то есть еще что-то делать. Если честно, я не знаю, почему люди боятся. То есть я никогда об этом не хотела открыто говорить. Если кто-то случайно узнавал, тогда да. Но вот сейчас, как раз обучаясь в медицинском университете, я поняла, что об этом стоит говорить, как раз, что все излечимо, поэтому... Игорь Федорович, как в вашей практике было, то есть те люди, которые благополучно проходили лечение в диспансере, как дальше их судьба складывалась? Потому что, по-моему, это прекрасный такой, ну, своего рода агитационный материал, да, вот эти вот судьбы, эти люди, которые диагностировали, которые могут на своем примере, вот, пожалуйста, про курение вы говорите, да, они на своем примере могут показать, что с ними происходило, почему это с ними происходило, как у вас с этим работа ведется? Екатерина абсолютно правильно сказала, что большинство людей думают, что рак – приговор, и ничего уже сделать нельзя, и опускаются руки. Нет, конечно, все не так. В начальных стадиях замечательно лечится. Проблема тут в другом, что в начальных стадиях нет болевого синдрома, а обращаются на прием к врачу, когда… Вот зуб, если не заболит, не идут. Сердце, если не болит, тоже не идут. Так и здесь. Пока не болит, нет обращений. А боль появляется уже в самом конце. Поэтому вот как раз вопросы скрининговых мероприятий, диспансеризации, профилактических осмотров, они очень важны. И
к ним нужно относиться, конечно, серьезнее. Вот. А что касается, как дальше судьбы складываются. После установки диагноза, после проведенного лечения, пациент попадает на диспансерное наблюдение. И каждый квартал в течение первого года он должен к нам на контрольные явки приходить. Это для оценки состояния, для корректировки лечения, для выдачи новых рекомендаций. Иногда бывает нужно переход на другое лечение. То есть было оперативное, дальше там лучевое или химиотерапия. То есть смотрится все по развитию заболевания, по состоянию пациента. Вот, постановка на диспансерное наблюдение, она пожизненная. Вот, кратность явок потом просто она уменьшается. А, ну, да, да, увеличивается период между явками. Да. На второй год там раз в полгода. Но, естественно, пациент должен наблюдаться, потому что риск развития рецидива возможен. Вот. А как вы считаете, вот эта программа, которая сейчас будет реализована Екатериной, она ведь наверняка еще сподвигнет тех людей, кто так или иначе боится узнать диагноз, боится пойти проверка. Ведь такие случаи были неоднократно, да, и в нашей с вами программе мы об этом говорили. Положительные примеры, да, того, что есть жизнь после рака, они ведь наверняка тоже простимулируют. Такие проекты, они, безусловно, нужны. Если заставит задуматься хотя бы одного человека, то есть уже все было не зря. Вот, конечно, к каждому не достучишься, но я говорю, если хоть кто-то задумается, то уже, значит, поработала Екатерина не зря. Да, да, определенно. Екатерина, скажите, пожалуйста, я так понимаю, что не только в Кирове, в городе будут мероприятия проходить. Каково будет проникновение в районы? Каким образом будете осуществлять контакт именно с жителями районных центров, деревень? Потому что мне кажется, что это тоже очень важное для вас в этом случае аудитория. Безусловно, это очень важно. Но здесь я думаю, что, во-первых, наш информационный портал, который будет доступен для всех. Во-вторых, я думаю, что с Игорем Федоровичем мы договоримся о том, что, может быть, мы тоже будем выезжать на онкопосты вместе с ними. И какие-то вебинары, может быть, проведение тоже онлайн. Здесь же также телемедицина, та же самая. Вы говорили про СМИ, что будет еще освещение деятельности в СМИ. В районных, я так понимаю, что это тоже предусмотрено будет? Да, конечно. Угу. Очень хорошо. Обязательно ждем вас, чтобы вы рассказали об итогах. Да, кстати, итоги как будете подводить? Здесь, на самом деле, очень много показателей. И начиная от того, сколько было разработано санбюллетеней и сколько было их выпущено. А санбюллетени, поясните, пожалуйста, что это такое? Санбюллетень — это такая памятка. Например, мы берем один вид какой-то детской онкологии. Например, мы берем лейкоз. Мы разрабатываем памятку. Начинаем, например, памятка для школьников, памятка для их родителей. Простым языком, абсолютно почти не медицинским, рассказать, что это такое на пальцах буквально. Там об основных симптомах, о чем нужно задуматься там и так далее, чего стоит не бояться или наоборот бояться. Вот. И такие вот будем, например, приходим на собрание в детский сад, на родительское собрание, мы им об этом рассказываем и даем вот эти вот памятки. Красочные, красивые, простые. Вот. Начиная с них и заканчивая тем, сколько мы выпустили видеороликов, сколько провели встреч, консультаций и так далее. То есть вы будете оценивать именно охват, сколько человек вы вот этой идеей заразили? Да, конечно. Ну и, конечно, показатели позитивной установки тех, с кем мы работаем. То есть кто-то заинтересуется, подойдет к нам после этого, напишет, захочет рассказать, может быть, о своей истории или поделиться еще какими-то своими переживаниями или чем-то еще. Вы думали как-то о предложении этой истории, то есть за рамки 2018 года? Конечно, конечно, это только самое начало. Так, расскажите, что еще ждет нас? Ну, учитывая то, что я сама хочу стать детским онкологом, я думаю, это самое начало, то есть пока на этапе моего обучения я могу заниматься только этим, профилактикой и так далее, а потом, когда я стану уже детским онкологом, я думаю, в моей будущей практике это тоже будет развиваться дальше. А вот именно такие общественно-массовые значимые мероприятия? Только продолжится. Замечательно. А сколько памяток уже напечатано? Вот. Пока только начинаем свою работу. Да, мы, по сути, первые, кто об этом узнает. Да, самые первые. Так что у нас здесь преимущество. Конкопосту надо уже
Короче, бронируйте места. Когда у вас выезд будет? 17 февраля. Вот, успеете? Постараемся начать разработку точно. Начали мы говорить, на самом деле, о детской онкологии. Расскажите, насколько эта проблема актуальна, насколько она серьезна? Примерные показатели, может быть, цифры владеете? Проблема, конечно, серьезна, актуальна, потому что, когда заболевает маленький человек, ну, это трагедия. И родители, конечно, готовы и все отдать, лишь бы вылечить. Вот. Но онкологическое заболевание, они все-таки, большинство их проявляется в возрасте уже пожилом. И говорить о какой-то прямо эпидемии или вспышке, что детского рака вот такого-то нет. Я по показателям, допустим, могу сказать, что стабилизация у нас произошла по 2017 году. Это вот одногодичная летальность, то есть сколько пациент после установки диагноза прожил. Вот одногодичная летальность у нас снизилась. То есть снизилось количество... Ну, количество умерших снизилось. Спустя год. Да, да, да. А с чем вы это связываете? Более хороший уход за пациентом, что немаловажно. Реабилитационные мероприятия, адекватное обезболивание, вот, там, комплекс мер питания, двигательная активность. Вот это все влияет на продолжительность жизни после установки вот этого страшного диагноза. Запущенность, то есть выявление в последних стадиях, она тоже снизилась, стали раньше выявлять. Вот. Активное выявление тоже увеличилось. Я здесь не хочу показаться, что мы чем-то хвастаемся, потому что работы предстоит очень много еще. Но то, что первые шаги, вот они сделаны в положительную сторону. Мгновенно результатов не добиться, потому что только комплексно можно решать все наши проблемы. Но думаю, что мы на верном пути. Да, мы в этом уверены. И мы пошли дальше. Вот, вступаем сейчас в эксперимент по маркировке контрольными знаками и мониторинг за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения. Мы становимся центром компетенции по маркировке лекарственных препаратов. Ну, что это такое? Вот, поясните, что ничего не понятно. То есть это защита от поддельных лекарств, от контрафактных, от непонятных партий лекарств, появившихся. Вот. Появившихся в розничной продаже? Нет, нет. В центре? Чтобы к нам такое не попало. Вот, да. Вот. И вступает этот закон, он с 2020 года, а Кировская область, пилотный проект, два учреждения, аптечный склад и онкологический диспансер, вот, станем такими первыми ласточками. То есть каждая упаковка каждого лекарственного препарата, она будет сканироваться. Производитель у себя наносит, то есть, чип на каждую упаковку. Вот. Я говорю, это гарантия от того, что лекарство не то. Два года ждать не будем. Да, очень хорошо, что на самом деле к этому пришли. Ну, то есть сложности с этим были, да, насколько я понимаю? В Кировской области я о таком не слышал, но ну, по стране, вот раз закон принимается. Да, значит, проблема есть. Значит, очень было, хорошо. Да. Очень горды мы за наш регион в этом отношении. А какие-то еще у вас, может быть, есть новости? Потому что наша постоянная рубрика «Новости диспансера». Всегда вы нас чем-то радуете. Ну, будем в курсе держать. Мы сегодня и так немало рассказали. Да, да. Итак, на самом деле, можно уже, наверное, закругляться. Программа выдалась у нас замечательная.
хоть и вопрос очень сложный, очень болезненный. Да, это была программа «Слушайте доктора». Сегодня мы говорили о противодействии развитию онкологических заболеваний. И у нас в студии был Игорь Набатов, главный врач Кировского областного клинического онкологического диспансера, Екатерина Федяшина, студентка педиатрического факультета Кировского государственного медицинского университета, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Кировской области. Да, спасибо вам большое, уважаемые гости. Будем рады видеть вас еще и слышать вас еще с рассказами об успешной вашей деятельности. Вот спасибо и будьте здоровы. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Слушайте доктора. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.